сорт перца хабанера Гамби Оранж. Это перец с Африки, из Гамбии. Очень интересный сорт. Срок созревания от 100 до 120 дней. Острота от 200 до 300 тысяч сковелей. Высота растения может достигать от 60 до 90 сантиметров. Красивые крупные плоды. Это тоже высокоурожайный сорт. Очень большое количество плодов у него. Если посмотреть, смотрите, он до сих пор цветет. Он цветет, завязывает. Как бы, ну это мне уже эти плоды нам не нужны. Вот такие вот плодики маленькие. Вот смотрите, сколько их много. Все это мы будем удалять, убирать цветочки. Вот тоже плодик такой. Это еще может оставим. А так очень-очень много плодов на нем. Очень много завязывается. Видите, сколько это. Это все надо будет выбросить. И вот такие вот красивейшие плоды оранжевого цвета. Просто супер. Да, тут не так-то просто их еще и оторвать. Они тут прямо скопищем растут. Вот один. Второй. Вон еще один. Вот типа пускай дозревает. Вот такие вот плодики тоже. Уже сентябрь месяц, так что приходится. Он в открытом грунте у меня. Приходится удалять все. Вот, посмотрите, какие красивые плоды. Очень интересный сорт. Это сорт высокоурожайный, я уже говорил. Растения многолетние, можно выращивать как в открытом грунте, в теплицах. Так можно выращивать и на подоконнике. У меня он растет в открытом грунте. Растение не превышает 50 сантиметров, потому что очень сильное солнце угнетает растение, растение не растет. Если в теплице, он может даже до метра вырасти. Вот такие вот цветочки у него. Беленькие. Агротехника выращивания ничем не отличается от выращивания сладкого обычного перца. Все сверхострые сорта и обычные вот эти вот, такие как хабанера, среднеострые, у всех выращивание такое же точно, как и у сладкого перца. Как бы никаких таких специальных навыков здесь знать не надо. Очень хороший сорт. Так что советую всем выращивать у себя дома. Также выращивайте на подоконнике, на лоджиях. Очень интересный сорт и очень приятный. У него вкус хабанера с дымчатым ароматом.